Кикина Анна Юрьевна, СППК. Готовлюсь к выполнению прыжка номер 19, текущему 140-му. Отделение на высоте 4000 метров. Третья группа под хвост, вслед за инструктором Алексеем Хомячуком. После отделения от воздушного судна решаю карточку в свободном падении. В случае оставшегося времени догоняю постоянно подвижную цель. Делаю отмашку, ввожу в действие основной парашют. На приземлении будь аккуратной, трава мокрая. Буквально недавно прошел дождь. Ветер порядка 4 метров в секунду. Дует со стороны ВПП. Высота 3100 метров. Продолжаем набор. Проверяю снаряжение. Кольцо на месте. Подушка на месте. Побышка. Медузы на месте. Грудная перемычка застегнута, зафиксирована. Шлем застегнут. Высота 4000 метров. Открывают дверь. Команда приготовились. Первая группа подходит к обрезу. Первая группа отделилась. Вторая группа подходит к обрезу. Поправляю ножные обхваты. Вторая группа отделилась. Третья группа — это мы. Подходим к обрезу. Я подхожу, готовлюсь. Готово, вышло. И два. Гардочку 4000 метров. 27 метров 5, 27 метров 5, 27 метров 5, 27 метров 5, 45, 12, 15, 15, 4, 11, 7, 7, 8, 56, карточка решила, высота 3000 метров. Подхожу, снижаюсь, 3 метра, 2, я внизу, я сверху, высота 2000 метров. Выше голова, плюс 2, подхожу, поворачиваюсь справа, на месте, делаю отмашку, бросаю, хоп, открытие. Парашют открылся. Наполнен, устойчив. Управляем. Вокруг небо чистое. Высота 1200 метров. Вишу над торцом ВПП, который в сторону набережных Челнов. Небо чистое, рядом никого. Купол работает хорошо. Я нахожусь в створе. Нахожусь в среднем режиме работы купола. Ориентируюсь, как буду заходить на посадку, на приземление. Ветер у земли поменялся. Отпускаю клеванты. Вверх, чтобы немножко пойти побыстрее. Высота 800 метров. Я проверю купол. Открою остекление, оно запотело. Остекление открыла. Продулась. Высота 650 метров. Немного замерзли пальцы. Ветер неприятный, прохладный. Я спустилась на уровень, на котором было облако. Это как раз 600 метров. Буду заходить левым кругом на приземление. Высота 500 метров. Продолжаю планирование. Пойду вдоль колдуна в среднем режиме работы клевант. Буду идти на малом сносе от колдуна в сторону креста. Сейчас 300 метров, еще направо немножко сдвинусь. Сделаю небольшую петлю и буду заходить на крест. Сейчас 250 метров, проверяю купол еще раз. Небо чистое, я разворачиваюсь. Смотрю, ветер немножко меняется, гуляет. Сделаю левый-правый газ. Я сейчас на глиссаде нахожусь. Покачивает немножечко. Правее креста нахожусь, но в створе. 30 метров. Отпускаю клеванты наверх. Делаю подушку. Приземлилась. Загасила купол. Прыжок закончен.